Солнечным субботним утром 11 февраля в Мало-Минусе, как и в других 74 регионах нашей бескрайней России, стартовал 41-й ежегодный массовый лыжный забег «Лыжня России». Более 130 участников забега из поселков Деревень Минусинского района, а также приехавшие гости праздника, собрались на лыжной трассе. Стоявший в этот день мороз по 30 градусов не испортил настроение, но добавил бодрости и движения. Лыжня России за историю своего проведения привлекла миллионы поклонников, превратилась в одно из самых массовых и популярных соревнований и знаменательное событие в жизни спортсменов нашей страны. Количество участников этого спортивного праздника ежегодно увеличивается. В этом году 74... Как правильно заметил уважаемый ведущий, Лыжня России на сегодняшний день является значимым спортивным общественным мероприятием. В эту субботу спортсменов и гостей прибыл поздравить глава Минусинского района Сергей Глухов. Сегодня на старт выйдут как любители, так и профессионалы, участники и победители районных и краевых соревнований. Сегодня ждет вас всех захватывающая борьба. Я, конечно, желаю каждому победы и успеха, но ничего не заменит теплого дружеского общения. И погода нам с вами нипочем. Поэтому я желаю каждому из вас побед. И, конечно, отличного настроения. Прозвучал гимн. И участники соревнований наполнились еще большей энергией. И уже устремленные к победе прослушали регламент и на старт. Хорошее настроение участникам забега и прибывшим гостям гарантировано. Общение с друзьями, свежий воздух, яркое солнце. А ведь тут еще и медаль можно получить и встать на верхнюю ступень пьедестала, так сказать, почувствовать вкус победы. После завершения лыжных гонок перед участниками и гостями вновь выступил Сергей Глухов. Мы с большим удовольствием с коллегами сегодня присутствовали, наблюдали, как вы соревнуетесь. И сегодня каждый из вас доказал, что такое сибирский дух, что такое сибирская закалка. Каждый из вас самоотверженно преодолел эту дистанцию. Большое вам спасибо. Вы настоящие молодцы, вы настоящие спортсмены.